Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. У меня Скиф, мы продолжаем играть в Oxygen Not Included Oil Upgrade. И, кстати, у нас вот сюда кислород ни черта не поступает, поэтому давайте мы что сделаем. Мы бахнем сюда вот такой вот блок. Пока что один. По идее, должно хватить. Надеюсь. Вот. И да, спасибо за ваши советы, комментарии, лайки под видео. Реально много годных советов. И по идее мы сейчас постараемся вот эту проблему порешать нашу. Но мы ее порешаем в продолжении вот этой вот темы. То есть я реально хочу понять, проканает ли такой способ по охлаждению воды. Можно, конечно, воспользоваться кондиционером. Очевидный вариант. Можно, что еще там сделать, заморозить гейзер. Как тоже советовали в комментариях. Можно даже попытаться бахнуть охладитель жидкости. Подумаешь, 1200 ватт. Фигня вопрос, да? И охлаждать жидкость, учитывая, что еще этот охладитель сраный будет нагреваться. Вообще какая-то беспонтовая вещь, я надеюсь, они перебалансят. Ну, 1200 ватт, камон, алло, кого, для кого вообще? Чё-то как-то очень не очень. Так, еда у нас успевает разложиться. Отсюда лед никуда не стаскивают, у меня приоритет на 9, они сюда натаскивают. И конкретно заданное количество льда, поэтому не переживайте, в этом плане у нас все хорошо. Надеюсь, у нас тут теперь, по крайней мере, будет кислород скапливаться, потому что производство кислорода у нас достаточно. Смотрите, на плотность кислорода она как бы присутствует. Сюда просто способов поступления этого кислорода не так-то много было. Вот теперь у нас тут что-то появилось, видите, да? Отсюда начал кислород уходить сюда. И постепенно этот процесс должен привести как бы к должному результату, я надеюсь, по крайней мере. Возможно, стоит еще один блок поставить, но мне кажется, одного хватит, то есть рано или поздно сюда кислород в должной мере перейдет. То есть в идеале сюда вообще надо, конечно, отдельную ветку кидать. Но посмотрим, что у нас так получится, потому что у нас сюда основная идет подача. Потом у нас кислород идет вот сюда, на эти наши экзокостюмы. Потом сюда, вот на эти экзокостюмы кислород идет. Короче, какая-то такая вот у нас тема, вот, кстати, да? Терма. Вот он, охладитель жидкости, 1200 ватт, чтобы вы понимали, это трындец. Это надо два угольных генератора, чтобы только на него одного работали. Плюс там еще ставить 1200, это то есть два трансформатора ставить. Короче, понимаете, да, уровень заморочки? А это все еще где-то что-то греет, вырабатывает углекислый газ. Для этого надо еще куча угля, либо же надо еще что-то думать. То есть гейзер на природном газе это 800 ватт, а нефти, чтобы переработать керосины и сделать вот этот вот генератор, который всего лишь 2 киловатта, там 1200 ватт. Ну, короче, это мега невыгодно сейчас, и это нафиг не нужно. Он проще лед нам сюда постаскивать. Да, копируем настройки. Просто хочу развить эту концепцию, посмотреть, насколько это реально. Столько жидкости нам охладить. Я тут максимум могу пока что 5 складов бахнуть. Посмотрим, поможет ли это нам. И давай количество льда увеличим. Так, на 2400. Пускай займутся. Вот здесь, кстати, еще дополнительно надо блоков поставить. У нас тут кислород нигде еще не циркулирует. Поэтому сюда, 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 сюда. Снизу тут у нас вроде бы есть. Но, возможно, вот сюда стоит. Чтобы как-то улучшить нашу циркуляцию кислорода. Давай даже это в первую очередь сделать надо. Вот. Чтобы вот эти комнатки снабдить кислородом. Должно получиться. Здесь у нас потихонечку доделывают нашу гидропонную ферму по выращиванию морозной пшеницы. И она у нас как-то так нанотехнологично выглядит, слушай. Водопроводные трубы снизу. Тут у нас немножечко теплоизоляционных блоков, но это не суть. Короче, с температурой тут все норм. Можно будет, наверное, еще в эту сторону отвести, поставить, сделать. Почему и нет? Такс. И тут надо типа блоков намутить газопроводных, чтобы, да, паровой гейзер подзаморозить. Одного вот хладодыха явно недостаточно. Два хладодыха ставить. Но я не думаю, не будем заморачиваться с замораживанием. По крайней мере пока что хочется все-таки пока вот эту линейку догнуть попытаться. Это по охлаждению жидкости. Но посмотрим, насколько это действительно профитно. Здесь у нас вроде пока нормально по температурам. И все-таки, да, тут нам надо отдельно веточку пробросить, потому что я так смотрю, что-то прогресса особо нет. Как нам это покрасивее сделать?
так, чтобы это можно было контролировать, газовый клапан. На всякий такой случай. То есть вход-выход. С газовым клапаном это все делаем красиво. Потом сюдамс. Потом перемычку юзаем. Что у нас там, еда разложилась? Это пофиг. Она у нас постепенно разлагается. Куда нам от этого деваться? Ну, допустим, вот так. Вот так. И, соответственно, задаем приоритет повыше на это дело все. Тип восьмерки. Смотрим, что получится. Пошло снабжением снабжение кислородом. Пока что на клапане ничего не изменял, поэтому тут по максимуму стоит. Ну, относительно по максимуму, что может подается. И посмотрим, насколько уже вот такой вот способ будет действительно эффективен. Здесь смотри, сколько у нас кислорода, просто что-то с чем-то. И есть же тут у нас еще неизвестная местность. Как нам ее известной, блин, местностью-то сделать? Ну, чтобы они как-то сюда зарылись, я не знаю. Как-то по-дурацки это не подсвечено. Походу придется сверху как-то пролазить. Ну ладно, пока что пускай там грядки доделают. Тут еще вода у нас тает. Здесь у нас есть смотреть в органику водоросли. Но водоросли что-то вообще нынче очень дофигища. Я их особо-то и не потратил. Поэтому с ними-то проблем нет. А вот паровой гейзер... паровой гейзер. Гейзер природного газа было бы, конечно, интересно. Найти чисто так поржать хотя бы уже на 215-м цикле-то. Здесь практически доделываем уже эту комнатку. И надо еще одну как бы отчебучить. Наверное, где-то вот здесь даже. Но здесь у нас, наверное, пару сплошных. Подожди, а сколько у нас кровати-то вообще? Раз, два, три, четыре. Тут еще 8, 12, 13. А наших дубликантов, дай догадаюсь, 14. Ага. То есть, ну, а еще одну комнатку, как, ну, жилую, точно надо сделать. Плюс вот это вот убрать. Вот этот весь мусор, он тут нафиг ни к чему не нужен. Вот это вот то, что сверху надо вообще, по идее, снести. Так, у нас там все стоит, отлично. Потому что вот это надо снести. Оно нам тут ни к чему. По идее, вот эти грядки убрать перед унами. Они тут тоже, по идее, ни к чему. Я не знаю, сюда может быть еще запихнуть складов. То складов-то у нас... не бесконечное множество. И это может быть проблемой в дальнейшем. И количество дубликантов я, наверное, пока что увеличить так точно не буду, потому что хватит нам пока что их. Я так понимаю, нам кислорода такими темпами уже может и не хватать. Хотя здесь-то нормально. Хотя вот здесь уже ненормально. А здесь по-прежнему нормально. Выработка в целом-то неплохая. Хотя, смотри, они уже здесь откачивают. 14 дубликантов. Да, может не хватать, может не хватать. Может быть, надо делать еще... еще комнатушку, да? Не исключено, что именно так. Потому что отсюда потихоньку кислород идет. Ну ладно, посмотрим, еще дадим пару циклов на все это дело. Потом, что у нас тут по охлаждению, пока что уж непонятно. Это все гораздо более длительный процесс. Не стоит об этом забывать. Кстати, я, блин, опять все перевел. Ёпта. Кстати, спрашивали, откуда у меня там столько было семян, зерен. Ну там один куст что-то порядка 25 плодоносит. Короче, дофигища. Поэтому пару кустов в зиме собрал, вот у тебя уже сотка с лишним. То есть, ну изи. Ну и растет оно, правда, циклов 25. Поэтому очень долго. Но зато очень эффективно в плане еды. Последний дубликантик у нас обзаведется наконец-то кроватью. Мимо, держи. Мы тебе даже тут уже жилплощадь, смотри, как тебя обустраиваем. Плюс-минус красиво. Вытворите. Что-то кто-то пискнул нечаянно или что это произошло, непонятно. Вот здесь вот эта некрасивость должна быть убрана. Да, как-то вот так. И вроде пока что все неплохо пошло. И нам надо с загрязненной водой что-то придумать делать. Вообще хочется вот сюда вверх пробраться. Но полюбасу где-то здесь вверху, у меня такое ощущение, имеется то, что нам нужно. Именно паровой гейзер на природном газе. Почему-то я его все время паровым стремлюсь назвать. Не знаю почему. И да, урожай тут, короче, не скоро подойдет к нам. Стрикты, температура-то подснизились.
неприятным образом. Но мы можем что еще сделать? Мы можем теплоизоляционных блоков. Ну, тут обычные нужно. Вот сюда вот. Ват? Чего произошло? От перепадов температур сломалась, слушай. Трубы, наверное, из другого материала надо было делать. Твою ты мать. Вот это серьезно, да? Ну ладно, давайте теплоизоляционные блоки сюда. Они сейчас, я правда, тут с большой такой долей вероятности вмуровать могут. Поэтому снизу мы еще вырыем вот это дело. Черт, а? Надо было из чего-то другого трубу делать. Ну посмотрим, если что, попытаемся заменить как-то. Ну это, конечно, милота просто, смотрите. О, Каталина, что с тобой, девочка? Как ее оттуда вытащить? Блин. Подожди. Какой спать? Тревога, мать вашу. Достаньте мне ее оттуда. Тупая баба. Каталина! Нет! Она сейчас умрет. Двое задыхаются? Подожди. Ты-то каким фигом задыхаешься? За компанию, я не понял. Что происходит, мать вашу, а? Так, подожди, где-то наверху. Чёрт, она сейчас сдохнет. Да ладно, ну, ну в самом-то деле, ну. Давай, ты сможешь. Шикарно. А вот и первый труп. Изи. Каталина, ну блин, ну ты вообще, конечно, огонь. Тут смотри, как температура просела. Кто-то мне писал, там подводи хоть 1000 градусов. Вокруг-то все нагревается, на секундочку. Та. Как мило, что мемориал находится в лечении. Типа, ну если не задалось все поделать-то, да? То как-то вот так. Ладно, давай. Нормальный приоритет бахаем. Будьте добры, будьте так любезны. Я что подумал, у нас нефть тут-то неплохо охлаждается. Они еще, блин, кислородные костюмы бросают, когда у них, значит, запас кончается, по всей видимости. Нам нефть надо сюда доставить. Так, тут еще керосин в трубах есть. Генератор немножко поработает. Отсюда нам надо перерабатывать нефть, но нам надо сюда еще нефть доставить. Так, сейчас они эту сюда доставят. Даму-мадаму нашу. Незадачливую. Каталина, Каталина, ну вот как так-то вообще? Надо было, наверное, сначала разрыть, а потом эти блоки сверху ставить, конечно. Мои дубликанты не приспособлены думать, короче. Они замуровывают себе голову в теплоизоляционный блок. Она, может, согреться пыталась таким образом, видишь, не задалось. Идея какая у меня? Все-таки нефть сначала перелить в тот наш резервуар, который мы сделали. Такс. Потому что сюда-то она у нас больше не поступает, правильно? Так, а как нам это сделать? В принципе, можем вот здесь провестись. По идее, это не должно быть суперсложно. Теплоизоляционными, безусловно, блоками. Гранит, наверное, использовать для этого не буду. То есть вот таким вот макаром ведемся. Оп. Где-то использую перемычки. Так. Потом повелись вот здесь. Сюдымс. Так, очередная перемычка. Потом что получается? Отсюда, сюда, сюда. Ну вот здесь мы через вот эту вот фигню срежем. Такс. Тут уже мемориал, все дела, короче. Все как нужно, практически. Под низом проведем, в принципе, ничего страшного. Так, дальше что тут у нас? Рядушком надо провестись. И тут, по идее, просто поверху тогда бахнем. Сюда. Сюдымс. И
Вот здесь как-то вот так. Еще одну перемычку. Ну и куда-то сюда. Заход сделаем. Типа, да? И будем нефть сюда выкачивать. А здесь мы скоро будем организовывать как бы производство керосина. У меня сейчас вот эти вот отвалятся по работе. Так, уже отвалились, наверное. Давай мы тебя тоже выключим. Чтобы пока что не работал. И уже немножечко, да, так как бы беда. Здесь на семерочку, да, вот это вытрем. Ну, Каталина, конечно, подкачала-то. Прям конкретно. На терного дубликанта. И дрить колотить. Тактика про MLG работает. Смотри, было 44 где-то градуса, 42, 38 уже. То есть, да, охлаждение идет. 37. Ну-ка, в целом у нас по базе что? Да. 38, 38. Ну, было тоже 40, кстати. Чуть-чуть вроде подубавилось. Но это не точно. Голодание? Типа ты жрешь и голодаешь? Серьезно? И ты и так можешь? Смотри, тут у нас кислород теперь имеется. У нас тут везде кислород имеется, походу. Ну, вот здесь его, в принципе, будет меньше. Но так, в целом, да, сюда все-таки продавило и нормуль. Мы можем даже чуть-чуть уменьшить поток раза в два. И посмотреть, что нам это даст в итоге в конечном. Так, а что-то я могу вот здесь произвести еще? Что-то мои тут уже голодать умудряются, ребятки-то. Ну, тут, скорее всего, что у нас там? Еда просто не готовая. Мукоеды, да, прям в огромных количествах. А батончики-то из них не были произведены. А грибы что вы не жрете-то? Вы же должны хавать, как бы, грибы в чистом виде. Почему нет? А где гребаная еда? Почва, органик всякий, металл. Но только тут я вижу. А почему я тут грибов не вижу? Вот же ж. Вот же ж просто грибы. Так, подожди, подожди. Что-то либо я где-то в шары долблюсь, либо еще что. Так, жареный грибочек. Что-то я, по-моему, реально в шары долблюсь. Что за сыроежки там на заднем фоне валяются? Что такое? Почему они их не видят? Странно. Короче, да. То есть, смотри, какой нюанс. У нас тут трубы сделаны из чего водопроводная. Кстати, могу посмотреть. Короче, из какого-то дерьма я слепил. И от перепадов температуры, от того, что тут горячая, как бы, вода, труба сама по себе холодная. Труба холодная, получается, за счет атмосферы холодной, да? Из-за перепада ломаются тупо водопроводные трубы. Вот в чем тут как бы и подвох. То есть надо делать именно нормальные трубы с нормальных материалов. Ну вот в чем как бы суть, я так понимаю. Ну потому что да, 70 градусов туда подается. Это вам не шутки. Это вам не шутки. Здесь я также решил зарыться, уже сделать сюда водяной насос поставить. И нам надо решить, где мы тут бахнем... Как ты там называешься, это все время тебе забываю. Нефтеперегонную вот эту установку. Надо придумать сейчас, где мы ее тоже нарисуем. И потихонечку я тут делаю трубы, прокладываю. Ну как я, дубликант, конечно, фигашит-то. Давай вот это еще выроем. А то ж не догадаетесь, я же знаю вас. Одна уже жигу-дрыгу станцевала смертельную. Кстати, насчет нее. Нам же надо еще одного теперь дубликанта. Давай включим агрегат. И будем надеяться, что в ближайших пару циклов нам все-таки достаточно бодрый вариант подвернется. Лед работает. Уже 32 градуса, да, местами 30. Тут вообще вот хорошо все, да? Один склад со льдом у нас вообще пуст, не набралось уже, походу, столько льда. А тот, что набирается, его сюда стаскивают. И это меня абсолютно радует. Трубы мы это не особо спешно как бы прокладываем. 50 градусов. Видать, за счет природного газа тут, конечно, разогрев пошел, будь здоров. Так, у меня типа теплоизоляционные же блоки есть. Может и здесь теплоизоляцию забубенить дополнительно. Даже прям не знаю. Ну ладно, в целом у нас с кислородом все на базе более чем. Хорошо и мило. И кстати, да, давайте... О! Стильный костюм. У меня там кое-у-кого охлаждающие. И у нас что-то
трындец, как у... Ну, у многих нету что-то стильных костюмов, я так посмотрю. Поэтому надо бы их парочку так точно произвести. И тростниковое волокно, короче, замутить. Что-то я не понял, почему... Куда делись костюмы? Они что, изнашиваются? У нас, по-моему, уже почти у всех были костюмы. Или около того. Короче, подозрительное дерьмецо. Ну ладно. Предположим. Что там с грибами произошло? Ну, такое ощущение, что они сюда зайти не могут, я не знаю. Или религия им не позволяет. В чем подвох-то? Или что-нибудь багнулось? Ну, может быть же ранний доступ. Или я где-то багнулся. Тоже может быть. Ну да ладно. Еду, по крайней мере, производят. И еще у нас на грибах с листом закончилось. Ну, практически. Поэтому надо, наверное, немножечко слизи-то и добыть. Сделать мы наиболее комфортным образом и безопасно можем это вот в этих степях. У нас тут слизь есть, как бы. И мы ее можем добывать относительно безопасными методами. Ну, максимально безопасными на самом-то деле. Вот еще амальгама золота, кстати, пригодится. Вот эти слои все. Так, с приоритетом на 8. Окей. Пожалуйста, добудьте. Так вот. Сколько-то там слизи они добудут. И на какое-то время нам определенно этого хватит. Здесь же у нас трубы что прокладывают. Отлично. Здесь еще надо, чтобы проложили. Видите, да, у нас тут по удобрениям беда. У меня тут вроде бы где-то слизи есть, конечно. Но фиг бы знал, насколько быстро они впрягутся в это дело. Что-то они у меня немножечко тупят. Так, грибов там немножко, как бы они видят. Батончики производятся. Надо, наверное, еще один миксер ставить. Миксер, что он по энергии? 240 ватт. Слушай, довольно много. Сильно много миксеров-то и не поставишь, даже если захочешь. Можно еще немножечко булочек произвести. У меня вот здесь вот. Так, что у нас тут по энергии? Ну, вот эти батареи долго будут энергию жрать. Вот они костюмы бросают, они задрали. Давай запросим костюмчики. А что у вас с кислородом-то как? Ну, вроде все нормально. А что вы их бросаете-то, наркоманы? Что за дела-то вообще? А, вот этот я выключил насос. У меня сейчас в холостую вот эти лазят. Ну, просто у нас вот в основном углекислый газ вырабатывался полимерными прессами. Они ему какое-то конское количество выделяют. А здесь один насос, он как бы, ну, вообще панты жрет. Там для него надолго как бы хватит. Что тут? Дышится с трудом. Ага. Ну, окей, пока что не критично, но в теории можем порешать. Я же вроде даже где-то собирал что-то. Что у нас здесь по температурам? Ну, короче, этот хладодых тут впустую стоит, по большому-то счету. И тут еще какая проблема образовалась? Надо, наверное, выключить контрольную точку, потому что они не могут за костюмами пройти, потому что у меня тут знак, как бы, типа, надо пройти с костюмом. Они, мать их, все костюмы, соответственно, побросали. Какие молодцы. Но пускай побегают без костюмов, тут все равно нефть холодная. Пока что, по крайней мере, да? Пускай пока так поносится. У нас тут, как бы, есть какой-то стресс, но он в основном где-то у двух дубликантиков, типа, самых таких... Каких-то мало стрессоустойчивых. А в остальном все хорошо. Залезли хоть в костюм и начали что-то добывать. Уже, блин, прогресс, да? Красавчики, красавчики. Что у нас там по еде? Батончики. Батончики какие-то производятся и производятся. Это радует. Но нам надо начать качать нефть. Поэтому, будь добр. Вот эти трубы, дубликант ты мой дорогой, проклади, проложь. Сделай, в общем. Потому что практически мы уже добрались до этого момента. Так, сейчас еще по любасу на ящик я приоритет выставил. Мне там такой не нужен. А то они сейчас начнут туда стаскивать. Так, сейчас, конечно, в дерьмице искупаться. Куда без этого? Так, тут трубу прокинули. Сюда прокинули. Ну и потихоньку доберемся до того момента, что начнем сюда нефть перекачивать. Если у нас этой прочности не хватит, мне кажется, хватит. Они какие-то блоки неубиваемые, серьезно. И плюс надо придумать, как от больших объемов грязной воды избавляться, потому что генератор на керосине, он, конечно, производит нереально дофига. Здесь пока все норм, она созревает.
Ну, может быть, беда именно что с кислородом, давление тут, короче, у нас будет не идеальным. Но ладно, пока что не стоит этим озадачиваться. А насос я не помню, чего построил, кстати, это может быть проблема. Наверное, надо было из амальгамы бахать. Но да ладно. В любом случае, у нас тут костюмчики теперь повсюду. Можем опять включить эту всю тему, чтобы наши дубликанты меньше стрессовали. Ну, стрессуют они в целом не так-то часто, не так-то много. В основном, как я говорил, парочка. Что ж, плюс-минус неплохих нам тут дубликантов предлагают. Вот Джин, он, в принципе, может во все и нифига толком не делает, зато иммунитетен. Сойдет. Под декор он прям вообще в любом дерьме готов спать. И есть что угодно, хоть асфальт грызть, поэтому сойдет. Давай, Джин. Ты нам подходишь, но в нашу элитарную колонию только такие и берут. Вообще не ждущих ничего хорошего в этой жизни на этом астероиде. Поэтому выключаем. 14-й дубликант, мать его. Я выговорил. Аллилуйя. Давай посмотрим, что у него там по работам. Что у тебя по работам? У тебя хорошо все по работам. Мне нравится. Ты готов чем-то заниматься. У тебя есть какая-то тактика, ты, надеюсь, ее будешь придерживаться, не иначе. Что тут по трубам? Практически, кстати, закончилась у нас прокладка этих труб, что радует. И посмотрим, как у нас там пойдет ли откачка нефти. Пошла доставочка нефти, смотри-ка ты, да? По внушительно долгому пути, но тем не менее, смотри-ка ты, да? Вжух. Вон аж откуда. И нам уж скоро надо будет переносить эту систему, а либо вот здесь просто прорубиться, чтобы отсюда сюда сливалось. Тоже вариант. Скорее всего, мы так и сделаем. То есть получается вот такой вот не долбаться путь. Довольно жесткий, практически дошла нефть. И она начнет литься сюда. Тут ничего страшного, если нефти будет много, наши дубликанты все равно сюда в экзокостюмах забегают. Поэтому для них это не особо большая это и проблема. Но значит, нам уже совсем-совсем мало времени осталось до постройки перегонной установки. И сделать это надо будет как-то мега грамотно и где-то здесь. Также я решил, что не лишним будет вот здесь вот это все дело вырыть. Кстати, да? Тут у нас немножко беда сейчас, я так понимаю, с окружающей средой. Давай мы тут откроем, наверное. Откроем. А здесь что я хочу и планирую. Я хочу сюда бахнуть горшок и посадить холоды. Кстати, да, можно сразу же горшок сделать. Это мы откроем. Открой! Давай на девятку. Пускай тут посообщается пока с окружающей средой, что поделать. Ну и будем охлаждать это дело, а тут все равно... Тут-то явно холоднее, чем здесь, кстати. Поэтому пускай. Открыть, алло. Будьте добры. Ну и здесь дадим вот такую задачу по раскопке. Потому что нам надо, чтобы вот эта нефть, короче, перелилась сюда. Чтобы наш насос, который здесь, он как бы качал, и все было хорошо. А то, что тут загрязненная вода, меня это абсолютно не радует. Откуда она тут вообще? Ага. Ага, понятно откуда. Отличный план. Давайте уберите. Черт, а вот это убрать воду нам загрязненную не дают. Ну, откуда-то отсюда он, конечно, выудил ее. Ну, на этом все. Блин, печаль. Причем выудил это мягко сказано, что-то он прям там удит и удит. Возможно, он все вычерпает. Керосинчик. Давай-давай, все вычерпывай. Фигаш, смотри, как прям разошелся-то, а. Пленочник еще надо будет половить, но это, наверное, потом. Походу, Гарлет никогда не остановится. Я он понял, свое призвание нашел наконец-то истинное. Блин, сильно. Или просто забаговался, конечно, тоже вариант. Гарольд там потом разбаговался, я не знаю, в любом случае он пошел спать как минимум. Ну а тут у нас постепенно нефть прибывает, причем каким-то странным она образом тут наливается. Но ладно, в любом случае не за горами постройка нефтеперегонной установки. Здесь у меня получилось, что тут хладодыхтер стоит. Здесь у нас вроде атмосферное давление выровнялось, и можно пока что закрыть дело.
И с температурой тут плюс-минус неплохо все, поэтому, скорее всего, хотя бы один урожай мы точно соберем достаточно спокойно и уверенно. Ну а на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.